А сейчас о том, что происходило сегодня в мире. Норвегию захлестнуло сильнейшее за последние полвека наводнение. На страну обрушились мощные ливни, которые вызвали камнепады и оползни. Проливные дожди повредили дороги и затопили улицы городов. Сначала шторм Ганс бушевал в Швеции, а после добрался до Норвегии, некоторых районов Дании и Финляндии. Из-за проливных дождей в странах отменили авиарейсы и закрыли все основные дороги, где произошли камнепады. Около 1000 человек покинуло свои дома. Частично прорвало плотину электростанции. Одна женщина погибла, она упала в реку. На юге Норвегии уровень тревоги повышен до максимального. Автомобили уносят водой. Некоторые машины тонут на ходу. Сейчас мы пытаемся вытащить авто, чтобы уменьшить ущерб от наводнения.